По области объявлено штормовое предупреждение, сообщают в региональном управлении МЧС. Связано это с аномальным похолоданием. По данным гидрометцентра, с 28 по 30 января столбик термометра может опуститься до -38 градусов. С начала зимы в области уже зарегистрировано более 250 случаев обморожения. Автолюбителям советуют без особой надобности не пользоваться личным транспортом. Количество ДТП в эти дни может резко возрасти из-за гололедицы.